Катя в домике поубирает. Уже устала, пойду отдохну. Вот это классный набор. Поскорее бы его открыть. Это что, домик для кукол Лол? Крутецкий! И даже шар Лол! О, лошадка! Крутецкий! Шар Лол! Две куколки Лол! Красенькие! И сам домик. В виде мороженка. На первом этаже вход. На втором этаже площадка с окошками. А на третьем уже кафе. Класс. Домик в форме мороженка, как настоящий. И клубничка в шоколаде. Рассмотрю своих куколок. Одна куколка в белом наряде, а вторая в розовом платье. Да-да-да, вы такие мы красоточки. Мы подружки. Идем в дом. Идем. Я первая. А теперь я. Девчонки, а сейчас к вам придет новая подружка. Смотрите. Так, где же молния? Вот. Пока ничего нету. Золотой шарик. Тапочки розовенькие. Послание, платье и наклейки. Так, оденем куколку. Неудобно одевается. Очень даже красивенькая. Колье. Вот так. И бутылочка мягкая, очень. Готовая. Красивая. Обязательно проверю, что ты умеешь делать, но потом. Ладно. Открывается магазин мороженого. У меня даже есть пони-рарики здесь. Как будет мне здесь весело. Кто же ко мне придет первым? Я хочу мороженого, я. Угощайтесь. Вот вам мороженое. Спасибо большое. Пожалуйста. Какие хорошие покупатели. Ау. Ну кто же вторым придет?
Здравствуйте. Здравствуйте. Мне мороженое, пожалуйста. Ладно. Держите. Пожалуйста. Клубничное мороженое с ванилью. Моя любимая. До свидания. До свидания. Да, классный у меня домик, но мне надо убирать в моем домике. Еще один сюрприз. Пойду тоже открою. Крутецкий у меня сегодня сюрприз. Так, что здесь у меня такое? А, автобус для кукол Лол. Раз. Так, сейчас начну собирать эти. И вот здесь. Готовчик. Все тяжело. Это как-то вот так. Так. Пим. Вау, сколько их. С другой стороны тоже надо. Разворачиваем. Один глазик и второй. Вау, какой у меня получился автобус. Яркий, красивый. Куколки Лол, смотрите, какой для вас есть автобус. Смотрите, какой у нас яркий, красивый автобус-кафе. С бассейном. Я уже в бассейне. Я буду вот здесь, за рулем. А я буду вот здесь. Какие вкусные пончики. Ням-ням-ням-ням. Сейчас попробую собрать свой автобус. Классно, теперь можно ехать в дорогу. Приехали. Так, что мне больше всего понравилось? Домик или автобус? Наверное, больше всего домик. А тебе? Напиши в комментариях, поставь лайк и подписывайся на мой канал My Little Nastya. Всем пока-пока! А вот и я!
Ту-ту-ту, я поехала домой.